Парница вынуждена играть так же. А вот не стесняются так отойти немножко от стола. Китайская пара. Ну, видите, оп, со стола. Посмотри, что творят японки. Ой-ой-ой, сухая-то сварила. Сказал Сергей. Нет уж. Опа. Вот она, Мими, а! Ой-ой-ой, ну как ошибка? Совершенно не по-игротски. Это мощность. Да, это мощность. Опасный перевес. Хаята великолепно. На вершине находится Ван Маню. А внизу мимо и. Ну, пищевая цепочка, это ты в кавычках. Ну что, продолжается второй сет, где Владимир попробует внести коррективы, выиграв первый сет. Сейчас получается вообще, представители Европы борются за выживание с представителями Азии. На всех трех столах. Выигрывает в игру Малого. Это просто... Да, невероятно. Сменил подачу Владимир. Да, да, и смотри. На свою боковую. Да, 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 вот на свою боковую. И получил первый ход, конечно, но... Не-не-не, там были такие жесткие усиления. Но не настолько же. Ну ладно, 8-4. Ой-ой-ой, айвал. Тишина в зале, потому что Ли Сун Су начинает потихонечку наращивать обороты. То есть хочет подавать коротко направо. А нет. Ну, как можно так играть.